Хороший хлесткий бросок по лестнице, шайбу перед собой отражает, зачищает пятачок. Овцин продолжают, они шайбу разыгрывают, но бросков маловато. Барсовская четверка очень здорово перемещается, очень неплохо обороняется. И постоянно перед хоккеистом, который готов еще игроком. Харсли, бросок поворота. Вновь внимателен Рюнес. Аверина, почему же сам не бросал? Зачем была эта передача на Кронвала? И опасный вопрос. Крайне неприятный для вратаря. Харсли. Ух, как здорово сыграно! Аверин вновь забивает от Барсу. Злой гений от Барса нынешним летом. Да, здесь без шансов для Рюнеса. Вот оно, выигранное вбрасывание. Закрытая зона от Хёрсли. И посмотрите, не глядя вот эту передачу. Но вот сейчас он исправляет свою оплошность, которую совершил несколько секунд назад. Фёдор Малыхин. Фёдор Малыхин прекрасно пользуется своим шансом 1-1. Но вот видите, с чего гол этот родился. Повязали его по рукам, ногам соперник. Потом Рафиков вроде бы отправлял шайбу на борт, но и там было численное преимущество у Акбарса. Вот второй борт подряд Акбарс выиграл и был позабыт, позаброшен Фёдор Малыхин. Азеведо. Мюллер. Ошибается, как Мюллер, опасно, Пальков прощает Акбарса. Вот Акбарс не простил. Микоянов парень чистолюбивый. А нам еще раз показывают, как Апальков выходил один на один с вратарем. Коньков оттесняет его Мусин. Коньков взял реванш. Масолёв, добивание! Рюнес играет прекрасно! Удаление. Удаление пока ни в какие ворота не лезет. Одна зашла. И пока все. Пошелка, вот и вторая залетает! За 9.56 до завершения третьего периода. Развитие событий. Гороков! Бросок-то у него был, есть и будет, я уверен. Мы больше привыкли, что этот праворукий защитник бросает с... Ну, долго возился с шайбой Контюла, долго вымерял, долго что-то решал. А вот здесь шайба хорошо пошла в Хёрсли! 3-1! Сумасшедший бросок шведа! И в предыдущих матчах, и сегодня, и наконец-то шайба проявила послушание. Точно под планку. Рюнес злится, конечно. Но я думаю, если он посмотрит повтор, он поймет, что шансов у него было крайне мало. И трафик был соответствующий. Тоже закончил на какое-то время выступление дома. Следующая игра для железнодорожников пройдет в Сочи. В городе, в котором Акбарс сумел